4 декабря в МГУ имени Огарева с официальным визитом прибыла второй секретарь посольства Федеративной Республики Германии в Российской Федерации, уполномоченная по Республике Мордовия Хайки Швейер. Встречу провел президент университета Николай Петрович Макаркин. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие проректор по научной работе Петр Васильевич Сенин, начальник управления международных связей Наталья Шамильна-Ватолкина и декан факультета иностранных языков Наталья Викторовна Буренина. Николай Петрович Макаркин рассказал гостям об инновационной инфраструктуре региона, приоритетных направлениях развития МГУ имени Огарева. Совместно с компанией Тепла ученые университета реализуют проект синтеза и обработка монокристаллов карбида кремния. Николай Петрович отметил, что руководство Мордовского университета придает огромное значение развитию международного сотрудничества. У нас особые отношения с Германией. У нас особенно развивается сотрудничество с германскими университетами. Пожалуй, Германия занимает первое место среди европейских стран, с которыми мы так широко сотрудничаем. За последние годы более 70 наших сотрудников, преподавателей, аспирантов, ученых побывали в Германии. Наталья Викторовна Буренина выразила благодарность посольству Федеративной Республики Германии в Российской Федерации за поддержку, которую она оказывает инициативам и программам факультета. Рассказала о работе по приобщению студентов к немецкой культуре и языку. Я очень надеюсь, я просто уверена, что сотрудничество все равно будет продолжаться, потому что на факультете работают люди, которые, в общем-то, свою жизнь посвятили немецкому языку и к тому, чтобы утвердить позицию немецкого языка в нашей образовательной сфере. В ходе визита госпожа Швейер ознакомилась с научной и образовательной деятельностью Института национальной культуры.